Осторожно, мошенники. Пожилая оренбурженка стала очередной жертвой псевдогадалок. Мне-то дури дураку сказать нет денег, да и все. Повод для расстройства у Раисы Ивановны более чем веский. Она сняла с себя порчу за 382 тысячи рублей. О том, что в квартире хранится круглая сумма, женщина сама рассказала двум девушкам славянской внешности. Они предложили пенсионерке снять порчу, которая, естественно, была наведена на нее деньгами. Теперь ни порчи, ни сбережений. Пока злоумышленниц не нашли, полицейские продолжают проводить разыскные мероприятия и в очередной раз просят оренбуржцев быть бдительными. Хотелось бы обратиться с просьбой не доверять людям поменьше, не рассказывать им о том, что какие денежные средства у них хранятся там на счетах в банках или дома, и быть осторожным.